Россия запустила новые авиарейсы в города Таджикистана. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти-Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Российская авиакомпания «Нордвинд. Северный ветер» открыла прямые авиарейсы из Екатеринбурга в города Таджикистана, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Известно, что новые рейсы будут вылетать из международного аэропорта Кольцово в Душанбе и еще в три таджикских города на севере и юге республики. Авиакомпания «Нордвинд» запускает прямые регулярные рейсы в таджикский город Бахтар, уточняется в сообщении «Воздушной гавани». Кроме того, из Екатеринбурга также открыто прямое пассажирское авиасообщение с Худжандом и Кулябом. Как и полагается, все прибывающие авиарейсами в Таджикистан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на коронавирус. Его необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до 3 лет справка для перелета не потребуется. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.